Итак, мы находимся на канале MartLife, а снимаем на Старом Арбате. Вот появилась наконец-то надпись «Вкусно» и точка. Это здесь раньше находился Макдональд. Вот в этом старинном здании. 52, там вот написано 52C1. Кстати, напротив МИД Российской Федерации. Вот сталинская высотка знаменитая. Что ж, давайте прогуляемся по Старому Арбату. Давно уже не был здесь. Сейчас осень, сентябрь. Середина первого месяца, 15 число. Народу много, несмотря на то, что сегодня рабочий день. Сейчас где-то час, по-моему, вот видите, книг много. Вот написано «Достоевский в 10 томах 56 года». Если любите книги, добро пожаловать на Старый Арбат. И можно купить. А вот знаменитое здание, где Александр Сергеевич Пушкин провел свой медовый месяц вместе с Гончаровой Натальей. Здесь же находится мемориальная квартира Арбат-23. Вот как раз фотография. Можно с 10 до 18. В общем, приходите. Вот как раз табличка «Памятник истории». В этом доме с начала февраля до середины мая 1831 года жил Александр Сергеевич Пушкин. О невесте почему-то ни слова. А невеста была хороша, красавица Москвы. Правда, с тещей Пушкину не повезло. У них постоянно были терки, насколько я помню. И, кажется, поэтому они здесь долго не задержались в этом здании. Но время провели хорошо. Целый месяц, по-моему, жили. Буквально напротив установлен памятник в честь 175-летия со дня венчания Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Вот, видите, какой красивый. В реалистичной манере, слава богу, а не так, как сейчас модно, какие-то странные композиции, какие-то такие вот непонятные скульптуры. И вот напротив, буквально на фоне МИДа, Пушкин здесь в 1831 году провел медовый месяц на Арбате. Тогда, конечно, улица не была пешеходной, ее сделали позже. Длина, насколько помнится, 1 километр, поэтому если туда и обратно, получается хорошая прогулка, 2 километра. Я иду со стороны Смоленской площади, от метро Смоленская иду до метро Арбатская. И вот сегодня у нас какой день? Четверг. Выходит газета «7 секретов». Свежий номер, так что не забудьте взять еженедельник, красочный, яркий. Там интересная статья, посвященная творческой встрече с Анной Тереховой, заслуженной артисткой России, дочь народной артистки России Маргариты Борисовны Тереховой, которая уже с 2011 года не появляется на публике. У нее болезнь Альцгеймера. Ну, это все в 7 секретах можете прочитать в еженедельнике. Очень хорошим, интересным, насыщенным. Целый разворот посвящен семье Тереховой. А мы продолжаем видеорепортаж
с Арбата старого. Вот сувениры, шоколадки, картины, кстати, интересные. Такие мечки, самодеятельные художники. Несколько примитивная живопись. Вот. Ну, с другой стороны, многим такая тоже нравится. Крестный отец, Шварценеггер, Терминатор, какая-то радужная лошадка. Ну, на всякий вкус живопись. Как говорится, налетай, не скупись, покупай живопись. Ну, интересная живопись. Кстати, в Москве, что всегда очень радует, постоянно чистят, моют тротуары и дороги. Вот характерный пример. Маленькая такая специальная машинка. Видите, чистят. И у меня возле моего дома постоянно моют тоже. На метро Севастопольская. Интересная табличка. В этом доме с 1936 года по 1961 год жила герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии СССР, писательница Мариэтта Шагинян. В этом доме Мариэтта Шагинян жила. Красивый дом. На Старом Арбате. Здесь очень много всяких ресторанов. Венеция. Какой-то просто шашлык-ресторан. Стейк и бургер. Бургерная, Мираторг. А это уже торговый центр Мираторг. В общем, можно пойти купить что-то из кулинарии, если нет денег на ресторан. Вот Эрик Рыжий, интересное название. Эрик Рыжий, паб-ресторан. Прикольное название. Мармеладный рай, так и хочется зайти. А вот такое вот очень интересное название. Сувенирград. Почти как Сталинград, Ленинград. Ну, в общем, на любой вкус можно взять сувениры. Цены, акция везде. Было 22,5 тысячи, стало 7. Невероятная, конечно, скидка. Было 34, стало 10. Было 28, стало 11. Ну, в общем, почти в 2-3 раза. Вот вообще было 48, стало 14. Это во сколько же раз скидка? Вот сейчас 1 евро примерно 65, 66, 64. Ну, в общем, в разных обменниках на улице цены разнятся. Симпатичная девушка держит шар. Это, как я понимаю, лампа. В общем, сувениров невероятное количество. А здесь уже золото, серебро. Темненькая манекенщица. Ювелирный салон. Комиссионный номер один. Комиссионный номер один. Ну, вот так по Старому Арбату можно просто гулять и разглядывать витрины. Довольно интересно. Мне кажется, заодно делаешь необходимое количество шагов. Врачи советуют ежедневно проходить 10 тысяч шагов. Что я стараюсь как раз сделать. Всем привет со Старого Арбата. До встречи здесь, в Москве. Спасибо за внимание. Всем привет зрителям канала Mart Life. Пока.